Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Нас тут спрашивают, о, кстати, у нас же время турнира. Каждые выходные в течение всего марта будут турниры. И что это у нас такое за турнир кубик? За что это? Мы будем сражаться в следующем турнире. Мне интересно, сдвиг ледников у нас есть, может туда сейчас мы и пойдем. В магазин неинтересно. И вот у нас такая вот штука, да, Гигантофис, будем так называть его. И даже если вы пропустили турнир, вы все еще можете его получить, да? Ну и обязательно его получим, но после того, как заберем свой приз. Сорок минут. У-у-у, хорошо, что я сюда зашел, ребята. О, мне тут нужно пару боев сделать. Вот это можно было пролететь. Представляете себе, было бы очень неприкольно. Ладно, давайте будем с вами восстанавливать справедливость. Как это так? Меня хотели лишить приза. Я-то был почти уверен, что мне ничего не угрожает. А они тут... Ха! Вот, блин. Фартануло, ребятки. Фартануло, а там могло бы и не фартануть. 800, 700, короче, слабаки. Слабаки! Сейчас мы их накажем за то, что они пытались нас лишить главного приза. Нормально, все по плану. Так, что будем делать? Да, вот так давай. Выжил. Ну ладно. У него целых 4 балла. Ну, ему нужно бить минимум на 3, даже на 4. Мы тут легко разберемся без проблем. Ну и надо бы мастодонозавра было даже не защищать. Такой забавный, ну крутик, мне очень нравится, как он выглядит. Так, смотрим, сколько там зубов у мегалозавра. Сколько зубов, сколько очков. Так, а как 7 очков. Атакует на 4 из 7, 3 поставил в защиту, да? Ну, у нас как раз есть 2 балла, чтобы его одолеть. Так, а ну, кто знает, какой длины были зубы у мегалозавра? Ну, у кархардонтозавра мы знаем, что они были 20. У тирекса прям 30. А какой длины были зубы у мегалозавра? Так, ну, я уже на первом месте. Нет, еще не на первом. Эхо! Убежала. Убежала от меня. Ускакала. Так, ну еще парочку боев нужно провести, конечно же, для закрепления результата. Так, Эрлик. Ну, давайте так пойдем. Манастегатопс будет сражаться с амфибией, если вдруг чего там. Противник опять с крутозавром. Это хорошо. Так, 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 так. Ну, все хорошо, в принципе. Я могу даже принести в жертву эрлифозавра при желании.
Ну, посмотрим. Сейчас уже можно и проатаковать. У него 4 всего лишь. Проатаковал на 1. Раз-два, раз-два. Ну, что-то я перестарался. На 1 балл лишний потратил, ну, чем хотел. Вообще птеродактиль не страшный. Пять баллов. Ну, я атакую на все 5, да. Да, в принципе, даже он вообще не должен меня атаковать. Давайте индоминуса выпустим. Пусть этого сделает парочку крокодиловых сумочек. Ой, какой он слабенький. У него 1200 жизней всего лишь. Они два слабеньких вообще попались нам. Но прикольно смотрится. И зачем он это сделал? Кто-то может сказать? Да что ты будешь делать? А, решил таки пробить меня. Но это так, все, избиение младенца. Но зато лишний раз посмотреть на Барионикса, это прикольно. Барионикс в качестве противника мне нравится. Да, эрлифозавр даже не почувствовал. У нас эрлифозавр как растолстевший, дилофозавр и ракес. Та-дам! Сотое место. Так, вот так вот. Неплохо. До верха еще целых 4 битвы нужно провести. Эй, пролетели 2 гигантофии. 20 баксов. Ну, нет, 500 генов. Ну ладно, тоже неплохо. Так, мы знаем, что вот сейчас противник от нас вообще практически не отстает, потому нужно сражаться. Нужно сражаться. А, вот так. Кто у нас тут еще хочет? А, кракантозавр хочет пойти посражаться. Так, о, противник уже нашего уровня. Против нас играет грязный котенок. Так, равные противники. Он один ставит, и я ставлю один. Он не проатаковал. Пробуем. Прокусываем. Так, ему нужно на 4 проатаковать меня. А у него целых 6. Так, ну зато я здесь легко разбираюсь. И остается мой акракантозавр против его приатродона. Было 5, а, ну он решил на все проатаковать, да, но у него и выбора не было.
Та-дам-та-дам. Так, незамедлительно идем дальше. $200. Ну, лучше $50 было бы. Так, кстати, давайте глянем, что мне еще тут за турниры есть, чтобы я как бы это не потратил все очки. Так, 30 минут. Вот, у меня есть монстры биокупола. Здесь кайнозои сражаются. И сдвиг ледников. Здесь подводные. Ну, то есть, в принципе, легкотня. Сдвиг ледников еще можно... Можно пройти будет мне сегодня. И там кайнозои. Потому, в принципе, можно динозавров не беречь. Использовать кого попало. Так, ну мы будем брать вот с этой стороны. Давайте возьмем апатозавра. Диплича и Стигича. Ну что-то слабоватую команду я взял. Слабоватую. У меня только диплозух имеет неплохую атаку. 900. А, ну противник еще слабее попался. Самый сильный акрокант. Я его за два удара могу пробить. Ух ты, этого павлина. Вот это он глупость сделал. Ну как? Зачем? У него же есть акрокантозавр. Я сейчас еще юнайзавр заберу. Но надеюсь, он уже подменится. Нет! Бесстрашный противник у нас. Ох! Уж игрок нам попался. Он не глупый, он бесстрашный. Вот почему на один? Давай, диплозух, подживись. Так, ну вот на 99 место давайте с вами заберемся, ребята. Блин, ну столько всего рядом пролетело. И опять, блин, ну когда уже попадется нам суперприз там онлайн прям. Так. Давайте смотреть. Вот у нас тут, конечно, есть крепыши такие. А сюда вообще травоядного нужно впихнуть. Давайте вот так вот, двумя амфибиями пойдем. И Сегнич, великий победитель. Так, и да, не по приколу нам тут попался Метриофодон. Ну, на самом деле, нормально. Два в защиту. Это гениально.
Ну вообще ничего в защиту. Ну тоже вариант. Идеальное пробитие, как сказал бы, там, что там у нас, World of Tanks, или где там так, озвучка такая. Нет пробития. А у нас есть пробитие. Идеальное пробитие. Прямо в маску башни. Так, ну, о, следующий ход мы займем 98-е место, да, получится? Не, 99-е. Вот мы сейчас какого-то Андрея выкинем. Не выкинем. А это, а кого же я вы... Это же я кого-то выкинул. Ну, условно выкинул. Может и не выкинул, кто его знает. Блин, ну такие прикольные призы, вот рядом останавливается постоянно рулетка. И все никак не попадет нам главный приз. Так, я вот так вот хочу сделать. А вместо этого возьмем кого-нибудь послабее. Да вот отсюда надо брать. Чё это я так разогнался? У меня тут, а вон, по 1300 атака. 1200, 1200, последние два. Амфибий нет. Два цыпленочка будут сражаться между собой. И мой цыпленочек победит. Конкавенатор. Или тут писали конкавентор, да, у разработчиков игры есть какая-то нездоровая тяга коверкать, искажать название динозавра, да. Конкавенатор у нас конкавентор, гигантофис у нас гигантофия, ну вы поняли. Ну я, естественно, не пытаюсь тиранозавром пробить его, в принципе, у меня там эудиморфодон есть. Потому что Эудиморфодона надо в любом случае сливать. Ладно, солью сейчас. На 4 атом. Блин, зачем так делать? Противник, что ты делаешь? Остановись! Ну, все, точно пробил. Но не точно. Ну наконец-то ты решился. Так, ну и такая вот закуска для индораптора. Так, у него было 2900 жизни, но будем считать грубо 3.
Ну так, 13 аморгозавров за один удар. Та-дам! Ура, ребятки! Мы заняли 99-е место. Мое любимое место. Ну и мы, в принципе, легко можем продвинуться выше. Я, может, и сделаю это за кадром. Сейчас посмотрим. Ай-яй-яй, все хорошие призы пролетели. Ну, 20 минут еще, блин. Ну, надо было позже просто это видео начать записывать. Тогда бы можно было вместе с вами прям в онлайне получить награду. Так. Но нужно еще записывать, еще много чего нужно снимать, еще минимум час бегать в Jurassic World Alive собирать. Короче, куча времени нужно еще потратить на это все дело. Так, ладно, еще давайте, еще один бой. Бесплатно, крутозавра нам предложили, но я не могу отказать. Дают крутозавра, надо брать. Крутозавр, иоламбия, метапозавр. Мастодонзавр, ё-моё. А метапа бьёт помощнее. 1300. Неудачно у меня расположились, конечно, существа. На 2 проатаковал, зачем, кто его знает. Ну зато этот бой будет быстрым. А, не хватает 300 очков там, вот, точнее, ну, 2300, чтобы его пробить за один удар. Так, там у нас процератозавр есть. Блин, он как оборотень, на аватарочке это как оборотень. Ну, в общем-то, все, крутик. Крутик. Это как этот. Да, чем-то напоминает. Ему нарисовать крылья и будет беззубик. Ну, хвост подлиннее там. Немножко на диету посадить. И беззубик. Ну вот, отлично. Короче. Этого нам более чем хватит, чтобы продержаться 20 минут. А я пока буду проходить ледники. Или что у нас там есть? 10 баксов, дайте мне 10 баксов, не надо мне ваши монеты. Фу, так, ребята, на этом тогда все. До скорых встреч.